Ставили без присмотра. Да, сука, заметно, блядь. Криворукие, блядь. Вас всех за без присмотра тут оставляют периодически. О, Игорь взял это на везение нам. О, кстати, перки поменялись. Да, я заметил. У меня потанцуют со мной, потом чел такой с... типа с бородой. Как она называется? Типа с бородой. А, умудренный туманом, что-то такое. Есть такое? А, блин, я себя понял. Есть, да, есть, да. Такое, как, да. Как ты, отлично проходишь, ты видишь Пауэрман. Да. О, увидел. Он к нам идет, это Вескер. Бля. А еще у нас сейчас повышенная удача, повышенная у всех. Чего повышенная? Удача. За счет моей руки вот этих с монетками. Да, 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 да. Блять, он меня ищет. Сейчас найдет. По-моему, то ли на 8, то ли на 12. Вот это. Он за мной. Слушай, ну, прикольная тема вот эта с отличным скиллчеком, Кать. Попробуй поюзать. Когда отличку проходишь, видишь его? Да. А мне сейчас и не надо будет, я сейчас так увижу. Ярик, он за тобой? Да, да, все же за мной. Блин, зачем? Надо было брать утилизатор. И какой-то перк еще, Ярик, типа глаза, и сверху глаз два тотема. Или черепушки, что-то такое. Что-то, кажется, я знаю. Погоди, прикольно. Получается, рандомайзер тебе... Дух новичка. Рандомайзер тебе выдает, получается, перки все, независимо рандомные, от того, открыл или не открыл? Не-не, у него открытый, все открытые. Ой, у меня потерял. Ну, из доступных мне, короче, да? А, из доступных да, тебе, да. Ага, все, понял. У нас что в этом лачуге подвала, ген. Он меня бросил. Типа у него умелец, не знаю, что это. Наверное, бросил. Умелец? Видел? Две, Никит. Не, бросил, бросил, бросил. А. Две детальки вставил, сразу четверть. Нормально. Да тут у тебя две детальки. Ну, взял с собой. Я сейчас детальки юзаю. Вот мы на ген только сели, а он уже готов почти. И тулбокс. Одна красная, аля трайк. Ну, я называю два скиллчека прошел, типа. А. Я думал, как ты можешь взять две детали? Вижу Эскера. А, я падаю. А Ярик, ты не видишь? А. Я не вижу Эскера. Ну, видишь как, я его вижу на другом конце карты, а ты не видишь рядом. Так бывает. Это подвалчик. Игорь, ломаешь тотемы? Ты, кстати, сможешь видеть дальний тотем от тебя. Когда его сломаешь, если не ошибаюсь. Да. Если я правильно понимаю. Да-да-да, это он. Так, в смысле, я так могу, типа, все тотемы пополомать? Да. Кэмпит? Охуеть. Спрашиваю, кэмпит? Нет. Но его слышу, конечно, но не вижу. Вот и я не наверное, вижу. Наверное, кэмпит. Значит, кэмпит. Нет, уходит. Ухол ушел. Ухол. Слушай, ну я туда займусь тотемами. Ты уверен? Может, лучше починим? Ну, рядышком у себя будет где-то. Сука. О, он тебя ни разу щупалькой не бил? А, кстати, это мясник был запускать. Да это не, уже, знаешь, это уже по умолчанию просто. Я уже даже не обращаю на это внимания. Да ладно, что, подвал? Вы сюда бежите? Ты к лачуге бежишь? Кать, не отпускай. Кать, не отпускай. Не отпускай мою руку. Да, где-то рядом. Сейчас в подвал понесет, смотри. Не, ой. Я думал, он не понесет. Я что делал? Что делаешь? О, он за вами побежал. Конечно, за нами. Да, мы видим. Точнее, за Катей. За мной. Угу. Снимешь, Ярик? Игорь, я почему тебя вижу? Угу. Потому что... Кровная, кровная, кровная. Чё, вышли? Да? Блядь! Чё вы там говорили, не застревать? Угу. Угу. Есть определенные а проблемы. Со мной что делает Ярик? Мансит. А ты перепрыгиваешь через окна, ты не оставляешь себе. Ага. Речку.
опасно сдыхание с гибкостью. Которой у меня нет. Да. Так, и повышенная удача, да, у нас? Угу. Есть проблема, я не делаю самое главное. Не хилю никого. Блять. Второй ломаю. Делаем антинаед. Угу, вижу. На тот же повесил. Ну, он за мной? Кажется. Нет. Он лачуги чекает. Лачуг. Никита, ты прикрываешься? Антивоспирином. Антивоспирин. Катя. А? Катя, никаких приколов. Почему? Вчера очень хорошо прикололась над Игорем. Сегодня даже шорт вышел. Я видел. Я видел. Может, весело же было? Кого видел? Не знаю. Так я не ему отвечал. я не ему отвечал. Тебе надо вылечиться? Да. Этим попшикаться. Ты потому что ваншотный сейчас. Ребята, у меня проблема. Какая? Тебе мешают тотемы ломать? Я падаю. Что, где-то рядом падаешь? А, вон, ага. Вижу вас. Иди, это пшикайся антивоскирином. Палетки не было. Тут что-то вообще в центре карты палеток нет. А мейн вычинили? Не знаю, я не был там. Я вообще не трогал почти вина. Я почти вычинил, как говоря. А тогда нахрена я в мейн поднялась? Не знаю. На всякий случай, вдруг кто-то ко мне придет. Он, кажется, ему что-то надвигает. Все, я вычинил. Спасайте, Игоря. Принято. Я бы на вашем месте сначала ворота открыл. Которые я рядом почему-то со мной. Вижу. Блять! Это тем вижу? Или что это вижу? А, ты пшикал-то. Виси ненадолго. Давай. Блять. Я аптекать. Че, он сюда бежит? Не, он Никиту гоняет. Он меня, блять. Опять за жопу где-то схватил? Я рядом с Игорем хочу открывать ворота. А, понял. Не открывай ворота. Не открывай. Пробовать вырваться. Ай-яй, Игорь. Ну фу. А Игорь, а ты куда убежал-то? Дальше отсюда. Понял. Тут ворота готовы. Да, я слышу. Я с ним тут бегаю. Он не за мной, он за... А, ну понятно. Я спинку тоже, ставлю. Я тоже спинка. Открывай! Открывай! Катя! Я тебя, что ли, уронил? Игорь, ты где? Бегу. Я реально на тебя уронила? Давай, убегай. Да нет, ты чё? Нет! Нет! Стояла над самым выходом, блин. Сука! Почему? Пиздец. Ну ты тварь, конечно. Блять, стоит. Сука! Блять. Чё я не выбежал? Стою еще, спинку, говорю, подержу. Я же раненый. Минус реп тебе, понял? Вон, видишь, Ярик, перки. Еще и заблокирую тебе говно такое. Твои? Да, вижу. Ой, блядь. А, на 12%.